Здравствуйте, дорогие мои подписчики и гости канала. Меня зовут Ева, и я для вас вещаю новости туризма. Туроператор Интурист уточнил параметры своей полетной программы на курорты Египта с вылетами из Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. Итак, подробности и цены на пакетные туры. Интурист скорректировал сроки своей блочной полетной программы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх на прямых рейсах авиакомпании Азур Эйр. Вылеты из Москвы в Шарм-эль-Шейх с периодом с 9 октября до 20 ноября запланированы с частотой 2 раза в неделю по 4 и 7 дням недели. Перелеты по маршруту Москва-Шарм-эль-Шейх с 21 ноября по 25 марта 2023 года стоят уже в расписании с увеличенной частотой 5 раз в неделю по 1, 2, 3, 5 и 6 дням недели. Обратные рейсы по 1, 2, 4, 5 и 7 дням недели. Блочная перевозка Интуриста на рейсах Азур Эйр из Москвы в Хургаду в период с 11 октября по 18 ноября заявлена с частотой 2 раза в неделю по 2 и 5 дням. Далее до 26 марта 2023 года запланировано 5 рейсов в неделю по 1, 2, 4, 5 и 7 дням. В обратном направлении перелеты будут выполняться по 1, 3, 4, 6 и 7 дням недели. Заезды по пакетным турам в Шарм-эль-Шейх из Санкт-Петербурга на блочной перевозке Азур Эйр запланированы с 3 ноября с вылетами по четвергам и воскресеньям, обратно по средам и субботам. Будут вылеты и из Екатеринбурга в Хургаду. Интурист берег блоки мест на этом маршруте со 2 ноября. Вылеты по средам и субботам. Обратные рейсы будут выполняться по вторникам и пятницам. Ранее о пакетном предложении на прямых рейсах Азур Эйр на курорты Египта заявил и туроператор Анекс Тур. Его полетная программа из Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга стартует в октябре-ноябре и продлится до конца марта 2023 года. Об этом я рассказывала буквально вот на днях. Сколько же сейчас стоят пакетные туры Интуриста в Египет? Пакетный тур на 7 ночей в Шарм-эль-Шейх с отправлением из Москвы 9 октября. Отель 3 звезды, все включено. Обойдется от 122 915 рублей на двоих. Тур на аналогичных условиях в отель 4 звезды стоит от 129 тысяч рублей. В пятерку от 134 290 рублей на двоих. Недельный тур в Хургаде с питанием «Все включено» с вылетом из Москвы 11 ноября стартует от 140 тысяч рублей на двоих. В отель 4 звезды от 142 740 рублей на двоих. В пятерку от 146 900 рублей на двоих. И еще про Интурист, с которым можно полететь в Каир. По информации Интуриста, также доступны для бронирования туры из Москвы и Санкт-Петербурга и наземное обслуживание. Это только отель или отель с трансфером и в Каире. Итак, пятидневный тур в Каир из Москвы в августе на регулярном перелете с проживанием в отеле 3 звезды с завтраками от 140 985 рублей на двоих. Тур на аналогичных условиях с отправлением из Санкт-Петербурга от 85 410 рублей на двоих. Итак, вот такая вот новость. Если хотите дальше от меня получать новости туризма, то подписывайтесь на колокольчик, не забывайте нажимать под видео ссылка на источник информации, на мой второй канал и на обновляемую таблицу, очень полезную, в которой есть все правила въезда в 100 стран для россиян. Спасибо, что меня смотрите, оставайтесь на моем канале, ждите нового ролика. До свидания!